Всем привет, меня зовут с вами Вероника Шоу. Меня зовут Вероника, и сегодня я вас научу, как заниматься попрыгунчиками. Так, у меня есть вот такой вот старый и вот такой вот самый старый. Там. Значит. Так вот, значит, смотрите. Вот так вот кидаем. Не вот так вот, а вот так вот. Вот так вот. Вот так. Мы ловим не вот так вот. Сейчас, подождите. Не вот так вот, а вот так вот сейчас. Вот. Короче, сейчас я эту попрыгунчику поймаю. Они у меня разбежались. Мы не вот так вот, а вот так вот зашклёбываем. Вот так вот. Вот. Теперь я вам покажу, чему я научилась. Правда, плохо научилась. Надо еще учиться и учиться. О! О! Блин. Сейчас. Сейчас. Короче, пока мамы нету дома, я проведу мое время блогерское прям в камеру, в смысле в телефон. Я это все записываю на телефон. Да. Притворяется, что просто вышел в парк на пробежку. Актер он талантливый, точно. Короче, мы сняли тюль. Ой, не тюль, а шторы. Шторы, тюль, одно и то же. Так. Вот. Пиши по каналу. Так. И вот так вот. Мы сделали потолок. Мягкий такой, мягкий. Он мягкий, реально. И вот старая и новая. Вот сейчас подождите. Там еще блестяшки.
Вот там блестяшки. Вот. Если вы их увидите, пишите в комментариях. Ой. Внимание, внимание. Все. Обычный мой серая. Я все еще ношу пластину. Если что, подписывайтесь, тут много всего. Опа. Что говоришь? Именно. Звери заслуживают уважения не меньше, чем люди. А звериконы тем более. Ясно. Я вижу, что вы разобиделись. Но давайте без капризов. Сейчас у нас есть дела. Это просто невыносимо. Если ничего не изменится, то мы уйдем. Как семья не попробовала лорда. Класс. До свидания. Джек, они у меня тупые. Не надо глупостей. Эта глупая девчонка еще и упростила мне задачу. Нет, ну как же так вышло? Они и правда ушли. Не стоит ждать, пока бой станет слишком сильным. Хорошо, что есть ноги зим. Здравствуйте. Вы это видели, дамы и господа? Если что, я фанат Вики-шоу. Вики-шоу, забить, пожалуйста. Может, сделаю обзор. Здравствуйте, я сотрудник банка. Вы подтверждаете перевод? Вы же обычно звоните. О май гад. О май гад. О май гад. О май гад. Как сюда? Самый безопасный оператор.
снимает даже сильную боль и помогает лечить больное горло. Лоратрицин действует... Посмотрите на облака. Они такие классные. Сочные креветки, яркий вкус нори и пикантный азиатский соус. Новый Азия Ролл с креветками и целое Азия меню в ресторанах Ростикс. За мной никто не следит. Корм. Кстати, у нас теперь другой ковер тут. Ой, извините. Душа. Кстати, я люблю сидеть на столах. А почему бы и нет? Красная помада с 18 лет. Пам-пам-пам. Раз, часы. Часы. Раз, часы. Вот они. Раз, часы. С розами. Два цветы с Парижем. Подпишись, пожалуйста. Тут много интересного. Нет. О, спина. Блин. Сейчас. Подождите. Я сказала, мы идем смотреть. Приветствую, братья Свириконы. Шинья. Для использования магии больше не нужен ни он, ни его доспехи. Не верю. Мы связаны с хозяином. Но у меня есть он. Осколок багровых доспехов. Что? Откуда? Как? Ты и сам прекрасно знаешь. Разве нет? Это случилось после Великой Битвы, когда люди чуть нас не погубили. Я увидел шанс на свободу и схватил его. Так красиво. Вы можете так. А, нет, это в следующей серии вот эту вот коробочку открою. Так что ждите. 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 Все, всем пока. С вами была Вероника. И всем пока-пока. И всем пока-пока.